Всех приветствую. Лес. Очередной выезд. И сегодня будет интересно. Должны были быть еще машины, на которые очень хотелось посмотреть. Но, к сожалению, не успели подготовить, отшить программы и так далее. А сегодня мы имеем 3 градуса тепла. Ну, чуть-чуть побольше. Такую погоду. И вот такие вот автомобили. Чироки. Центральная подкачка. Порталы от Т40. 3УЗ, механическая коробка. Судя по канистрам, это поглотитель топлива. Дальше. У вас также на бортовых, на 35-х симаках. Здесь просвет около 44, на Чироке под полтинничек, там 48, по-моему, 49. Халк починился, все на движухах, травится. Ну, в принципе, его спек знаете, Костян, детьми. Виталик, а? Когда будет твоя Нива? Скоро. Скоро. Мотор там, да, блокировки. Все, ну ладно, когда Виталик выйдет, покажем, что там. Он с нами, слышишь? Вот это правильные люди. Так, Нива 31 Сильвера. Обваренный мост, там белкарды. Такая нормальная, на блокировках тоже. Вранглер. Это. И вот такой автомобиль. Это получается Opel. 2 литра родной мотор, родная коробка механика. Мосты военные, 35-е новые CST. Просвет, ну мы так прикинули, не мерили точно, но где-то около 36-38 сантиметров, думаю. Прикольный автомобиль. Игорян его взял буквально недели там 3-4 назад, уже перевернул, порвал мосты, обслужил их, поставил Wall Racing, все в порядке. Так что едем сегодня. Не сильно большой маршрут, не длинный. Однодневный вроде должен быть, но очень грязный. Должно быть интересно. Кайфуем. Ну лес сухой относительно. Забурился. Он всегда крутить. Но не всегда. Так, ну сегодня будет весело. Тут этих активаторов слишком много. И Валерка. Ну и попросили не лезть никуда. Валера, он такой любит куда-нибудь. Ну вы помните Валеру, да? Летающий УАЗ. Это он. Только то был Патриот. Теперь это Toyota УАЗ. Ну, красавчик. Надо забирать, пацаны, в хорошие руки. Машину почти год дорабатывали. Она долго стояла. Потом Валера взял и всю ее обслужил. Все сделал. Тачка хорошая. Колеса только поменять. Резина старая. Так четненько все. В общем,
у Чероки что-то либо с бортовым, либо с редуктором. Вот передняя левая не крутит. Ну вот и все. Я же вам говорю, что бортовая. А что, Лех, крестовина, привод крутится? У Чероки порвали бортовой. Чероки едет домой. Анива едет. Да не, ну... А УАЗик качает. Так, как будто по волнам. Ну, это УАЗик сам. Вот, все. Вот я понимаю, вот за вот эту цену, блин, я бы две бы крутых бы Нивы собрал. За я, блядь, снялся все это, ёпта. Все, поехали. Короче, ну это несчастливый маршрут Чероки. Он третий раз не доезжает у него. Все, погнали, короче. Так. У Анатолия приключения. Мост вывесился, колеса крутятся. Ну, немножечко почесался. Что, объедете? Нет? Может, он там по дальней, смотри, по левой можно попробовать. Так, ну пока к военным и ЦСТ вопросов нет. Ляп. Подлебедись лучше, ты вывешиваешься. Ром. Не-не-не, там мост вот так стоит. Лебедите. Поехал. Пошел, потихонечку. Так, серия из трех луж. Первая, вторая и третья. По идее, третья самая жесткая. Они по сложности идут. Первая, вторая и третья, да, короче? Да. Ну вот это вот, они уже не... О, смотри, это собака. Да, вон с этим, с грибником. Но Нивы сейчас уйдут вот сюда, перед этой лужей. Сказали, тут не проедут. Ну, а порталов, наверное, сюда пустим. Что-то они сегодня у нас халтурят. Ой, что-то слушай, пацаны, что-то разворачиваются. Виталик. Саня! Перед той встанешь, подождешь. Да это гравий хрустел. Попробуй.
пробитому легко. Сильвера топчик. Нива Пре. Очень грязевой колейный подъем. Сашку поехал наверх. Идем первый. Валера. И перед этим там еще подъем с колеей. Там что-то Нива разулась вроде как в колее. Пойдем посмотрим. А так вот колея больше метра. Сашка все ползет, ползет, ползет. Валера Бобровки, молодец! Выскочил и упал. Бах! Валера еще водитель хороший, блядь. Да я помню, как он мимо меня пролетел на УАЗике. Не, Нива тут пройдет, видишь, вообще без проблем. Колеса вправо чуть пускай. Опять? Да ты! Да не, он все четко, он на мост прилет. У него есть свой штурман, зачем мне цепляться? Подстава. Да все нормально, что тут. Прям подстава. Стой, 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 стой! Давайте сюда, тут рычаг больше. Да, давай! Давай! Давай, Сереж, назад, давай! Давай назад немножко. Да знает, он жигулист. Раздатку посмотри. Раздатку, раздатку! Раздатку выдумать. Бля, вот, ёбаный, давай, нажимай. Все, все, бросайте. Ёбаный, вот шторки. Люстра целая, посмотри! Да, рифули! Сережа, давай! Пацаны! Давай назад! Назад, да, еще! А вот за это дерево! Супер! Ну, Костя танцует, все хорошо. Крышу выровняли, капот выровняли, лобовой убрали. Батыр! Ну! Что? Дерево оттянули, не стали пилить, просто лебедкой через якорь убрали, через полиспас. У этого новые эмоции. С ним все хорошо. Сережа почистит сиденье. В общем, сейчас поедем дальше. Поехали! Все, попылили.
туда где-нибудь слева. Бат! Зато с тобой удобно разговаривать. Ровно, ровно. Да, вообще, блядь, по асфальту едет. Чуть-чуть, чуть-чуть, ровно. Блядь, на похуях. Да, орел. Он сегодня орел. И не Васик. И чё, оно того стоило? И чё? Мимо сила! Мимо сила! Дальше, Валер. О, не Васик по своей, на трех колесах. Вот он тут выйдет. Чуть-чуть туда. О! Отлично. Газу, газу, газу ей. Право, 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 еще. То лево, это лево. Ну после Нивы порталы, конечно. Oh,
Как всегда, без морды. Серега! Серега, да он не включает ее. Ну это свободка. Воду включи, блядь. Компрессор не работает. Ну сначала. Дуй, пускай. Ну так вот. Все, там его нахуй. У него... Что-то тут... Звук, конечно, так себе. А все, Валера! Не знаю, просто колесами. Валер, ты даже не сел, представляешь? Она просто, она вниз уходит. Колеса, Валер, ты даже мостами не достаешь. А ну дай чуть вперед. Может там что сзади? Какая почва интересная. Да нет. Не-не-не, упрется. Серег! Уйди нахуй оттуда. Он просто вниз уходит. Неплохая почва. Все сидим. Давай, давай, давай. Ошалеть. А вот уже скоро сядет. Давай, Валер, еще немножко. Валер, да ты вниз уходишь, как в болото, блядь. И это было 45 сантиметров просвета. И он стоял ровно. Жесть! Нет. Ты просто... Хуйня. Да вот такая почва, смотри! Ну тут мочак такой, да! Да я уже вижу, что... Он на мостах уже! Назад. Толик, но он уже на мостах! Жесть! А ты посмотри его! Да я вижу, я тут стоял! Стоял на ровной вроде, да? О, хорош! Ну, заехал. Фу, какая она вонючая, ёпта! А шо? А шо? Не-не-не! Не,
без шансов. Отходи. Да, спортсмены нынче, нынче не те. Там бревно. Куда? Да нет, их. Оборотов нет. Виталик! Виталик! Саня, Саня, вторая передача. Саня, вторая передача. Потянет, колеса видел, не крутили? Вторая передача, Смотри, колеса, видишь, по-другому нас. Не. Да почва, блядь. Ездок слабенький. Ошалеть. Валера стоял, накопал колею. Не копай, Валера! Не копай! Не копай! Короче, все лебедимся. И красная лебедица, и белая лебедица. Кроме зеленой нивы все лебедят. Потому что она просто стоит. И она вылечит. Это будет называться самогонный маршрут. Хорошая почва, хорошая. Вообще не едут машины. Зацепа ноль. Макей, твою дивизию! Да все хорошо. Тебе сколько сказано не бегать под машинами? Валер, да ну не рви, ну тут нет зацепа вообще. Лучше вот туда заедь. Валер, вон туда. Вон туда, направо. Дорвались пацаны до бездорожья. Да. Валера, братуха, ебать. А ты слушал, блядь! Валер, да нет, ну ты опять накопал! Ну, короче, прошло много времени. Так он отсюда заехал, он вот тут же заехал. Оп. Да что ж такое? О! Вот и все.
сила, ёпта. А? Соснули все, да, у Толика? Чё? Вот он. А я что? Бревно! Еще назад! Сейчас пневму подрубит. Труха! Опа! Та-дам! Зацепа нет вообще. Работает, работает. Весь обфоршмачился. Ну, мостом не цепляет, но... Прям лють. Не идет. Ребятки. Ребятки, ну мы выехали. Вот, особо без приключений, ну, кроме красной, конечно. Сейчас у него еще зарядка пропала. У белой Нивы багажник отвалился, но это все мелочи. Мы сейчас встанем на речке, покушаем, отдохнем и поедем домой по ночи, чтобы, ну, меньше привлекать внимание. Ну что, Игорек, как у тебя первые впечатления такие боевого маршрута на машине? Все, огонь, мне понравилось. А Нива? Что тебе с Нивой? А, Нива огонь, конечно, но, блин, ремонтировать... Вот это вот возня, тут немножко другая история. Тут чуть понадежнее, да, можно иногда понадцепить. Как резина, кстати? Резина бомба. А у тебя по блокировкам? Спереди 100%, сзади преднатяг. Все, я понял. Ну да, сегодня она прям показалась. Ну, грибочки сзади Wall Racing поставил тоже. Да. Потому что прошлую поездку Wall Racing обычные сломались. Но на другой резине были. На другой резине. Да. Ну, там газовали немножко. Понятно. Ну, в общем, хорошо, да, показалась машина. Ладненько. Слушай, ну, в целом, я тебе скажу, хорошо, реально. В целом, бомба, мне нравится. Даже вот крен был на правую сторону, глиняный такое, там, вот вместе. Мы думали, подсядем, вначале маршрут. Ну, прям уверенно пошел, я не ожидал. Ну, она пока новая вся едет хорошо. Ну, да. Толик, этот говорит, почти догнал, говорит, почти с тебя. Да не вон тот. Да вот Черепашкин просто уже, он уже все. Так, тут без приключений, Wrangler прям тоже я сегодня влюбился. Прям на Ниве есть такой момент, ты там едешь колею, думаешь, как выглядываешь, там на спуске, думаешь, упадешь или на подъеме, мостом зацепишься, на Wrangler вообще по барабану, колея в метр, он просто ложится, едет. Хороший, хороший. У вас сегодня, это, наверное, лучший его выезд без поломок. Валера очень долго боролся с, получается, и с крестовинами, и с карданами, и с полуосями, но вот сделал... И теперь это все ездит, да, Валера, и не ломается. Вот. Так что покупайте у вас, потому что Валера купил себе Мерседес, и Мерседес нужно теперь кормить и обслуживать. Нет, просто в спорт уходим, поэтому эта машина не для спорта. А ты в спорт уходишь? Да. Ну, об этом чуть попозже мы поговорим. Вот, ладненько. Кстати, моментик еще один такой. Нас еще должны были догнать 3 машины. Короче, Серега поехал, который на Чирокезе поменял Чироки на Чироки и более лайтовый, короче, взял. Но он должен был с собой еще
притянуть две машины, но, к сожалению, не успели они нас догнать. А там есть на что посмотреть, и об этом в следующих выпусках. Все, всем пока. Мы через неделю, скорее всего, едем на Хэллоуин в ночную катку, но ночную снимать это так не очень удобно. Поэтому до новых встреч. Yeah.